берете спичку и представляете, будто вы зажигаете в месте, где находится опухоль, спичку. Когда спичка догорает, прикасаетесь к этому месту и бросаете в воду. Также мысленно представляете, будто как лечат онкологически больного человека. Садитесь, представляете папу. Вот у него онкология там верхней части левого легкого. Вы представляете, вот делаете вот такие движения, представляете, будто там зажигается спичка и гаснет, вы ее выбрасываете. Так. Или вот таким образом. Делайте так 108 раз или 3 раза по 108 раз. А если много отделов, то представляете, будто... Дело в том, что нужно представлять тогда не спичку, а факел. Сначала там в отделе легких, потом в отделе, где метастазы и так далее. Либо второй вариант человека, представляете, будто он весь... А, чем заканчивать практику? Когда так сделали 108 раз, 3 раза в день. Кстати, там есть мантра. Это мантра «Я на вдохе и хер на выдохе». «Яхер», «Яхер». Можно «Яхер» на вдохе, «Яхер» на выдохе. И вот так представлять, будто спичка там зажигается и тухнет, зажигается и тухнет. Вот так это называется работа через... Это называется метод работы с вселенской кислотой. Вот так. Да, через или используя метод кислоты. Вот эта спичка — это ментальная кислота. Кислота. Нельзя представить, будто это большой факел. Так сложно и так неэффективно. А вот если спичка, то хорошо работает. Можно ли посвящать, как правильно посвящать слезы? Садитесь, ставите руки вот так и говорите, начинайте плакать и говорите: пусть выздоровеет, пусть все будет хорошо, посвящаю свои слезы его выздоровлению и так далее. Отмаливаете.